когда стрелки циферблата замирают, когда глубокая могила только даст приют, и невозможно выживать наперекор суровым дням. То время на подходе подступается к дверям, то время, когда стрелки циферблата замирают, когда глубокая могила только даст приют, и невозможно выживать наперекор суровым дням. То время на подходе подступается к дверям. Disaster spreading, the beginning of the Armageddon. Living in apocalyptic visions, lost and almost mentioned, as ancient prophecies arose to reality. We're coping with tragedy, total global catastrophe. Nuclear winters bring a chill across land. The day of reckoning is beckoning, but still in God's hand. The serpent is smirking, determined to run us down, as the surface of the earth burns in a mushroom cloud. Passed the last judgment and begged for repentance, stood trial in the court of conscience, yet to be sentenced. Left disguised in the forms of famine, disease and war. The end times we were warned would happen have reached our shore. The planet panicked in a huge flame combustion, badly damaged from the doomsday destruction. Hell was unleashed on the world by the beast, and we're held in a spell, we fell and weren't held to our feet, nah. То время, когда стрелки циферблата замирают, когда глубокая могила только даст приют, и невозможно выживать наперекор суровым дням. То время на подходе подступается к дверям. То время, когда стрелки циферблата замирают, когда глубокая могила только даст приют, и невозможно выживать наперекор суровым дням. То время на подходе подступается к дверям. Он видел это все, как рушится земля, пустые дали в небе вороны, теперь его семья. Никто не верил в апокалипсис, но сотворив его своими же руками, люди каялись. Сначала было извержение вулканов, землетрясения, затем жара, пожары. Уцелевшие теряли семьи и родных, а вместе с теми угасала человечность в них. Он видел, как пылают сотни километров города, теперь кислотные дожди, там каннибалы и беда. В лесах, где билась жизнь еще до взрывов, туман из пепла, лишь мутанты там себе находят кровь. Он пережил все это, чудом уцелел, но жить на мертвых землях мертвецов удел. Он мог идти теперь дорогой, лишь отбрасывая тень. Пророчество сбылось, послав на землю судный день. То время, когда стрелки циферблата замирают, когда глубокая могила только даст приют, и невозможно выживать наперекор суровым дням. То время на подходе подступается к дверям. То время, когда стрелки циферблата замирают, когда глубокая могила только даст приют, и невозможно выживать наперекор суровым дням. То время на подходе подступается к дверям.